Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, мы продолжаем играть в игру Zombie Racing. Так, тачка у нас прокачанная, давайте прокачаем еще бензобачок и поедем. Поехали, ребята! Я надеюсь, мы сегодня точно закончим серию вот эту. Проедем, потому что у нас тачка полностью прокачана. Ну, немножко там не прокачана, у нас там бензинчик, да. Бензинчик. Ну, ладно, посмотрим. Я думаю, ну, если не с первого захода, то со второго точно. А может быть и с первого мы пройдем, ребята. Такая прокачанная машинка. Вот, смотри, видишь. Колеса, все, это у нас такой монстр трак, ребята. Давай, монстр трак. Я надеюсь. О, ребятушки, у нас закончится ускоритель. Будем надеяться на наш двигатель. Хватит ли у нас силы на... и мощь двигателя проехать карту. Да вроде бы хватит, смотри, бензинчика еще есть, бензинчик есть еще. Так, едем. Так, о, заканчивается бензин, не знаю, проедет или нет. Вот этот монстр, давай. Нифига себе, мы монстра уничтожили, но чуть-чуть не смогли проехать. Ну, нам дали 2000 монет, что весьма очень достаточно таки много. Копим бензинчика и отправляемся дальше. Так, едем. Здесь надо аккуратно использовать ускоритель. Ого! Так, нет, не смогли забраться наперед, ну да ладно. Вот такой вот монстр трак. Пушка у нас прокачана. Колеса прокачаны. Полностью экипировка наша прокачана. Ну, кроме бензобака. Вон, монстры какие, смотри. Это уже другие монстры, таких не было. Какие-то фиолетовые монстры, да? Давай. Я стараюсь ускорителя как бы сильно особо не тратить. Ускоритель, чтобы оставался у нас в конце. Потому что он понадобится. Ребята, он понадобится, ускоритель. Это точно. Ну, практически доехали. Практически доехали. Ой, включаем ускоритель. А, тут два монстра было, ребята. Да, было два монстра. 2000 нам заплатили. И мы, ребята, завершили этап. И открываем теперь новый автомобиль. Вот эта тачка. Посмотрим. Вот такой вот грузовик. Весь красный. Так, и новая у нас... Ух ты, нифига себе, ребята, где мы, получается, очутились? Где-то, где идет снег, где идет зима. Ух ты, нифига, какие-то подъемчики есть. А, это, видимо, наступила ядерная зима, ребята. И монстры у нас какие-то беленькие, это типа эти ходят. Как их называют? Йети, да, йети? А какие-то с рогами они, смотри. Да, ребята, это йети с рогами, монстры. Офигеть. Прикольно. Интересно. Аж 700 монет дали, это вообще мало. Давайте прокачаем бензин. Так, бензин у нас прокачанный. Двигатель. О! Хорошенечко. Хорошо, мы прокачали тачку. Надо будет ускоритель еще купить. Ну, а смотри, видишь, горы какие там были. Ох ты, давай. Поднимусь, нет? А, нет. Все-таки не хватает либо скорости, либо еще чего. Не смогли подняться. Да, колеса надо прокачивать, ребята, смотри. Колеса маленькие. Задевают за все. Нифига? Мы практически столько же проехали, хотя прокачали бензин, я не знаю, на все деньги, на 2000. Ага. На 2000 прокачали, 700 монет. А, давайте приобретем ускоритель. Есть, да, поставим. Ох, какой ускоритель, похож на банку Кока-Колы. Все, теперь машинка у нас уже будет совсем другая. Сейчас проверим. Сейчас попробуем наверх подняться с этой штукой. Вот, с этой. Опа, давай, есть. Все, поднялись наверх. О, а здесь сложнее немножко. О, видишь, как хорошо нам помогают вот эти штуки. Так, ну все, ускоритель закончился. Не, здесь надо колеса покупать.
Что-то без колес он как-то очень плохо едет. Угу. О, вон еще поднималочка. Опа. Вот эта поднималка хорошо подняла нас. Да, все, закончился бензин. Офигеть. Прикольное место вообще, классное. А мне интересно, они все карты так поменяли или нет? Давайте приобретем колеса. Опа, смотри, они чуть побольше стали. И прокачаем ускоритель. Хорошо, поехали дальше. С такими-то колесами. Фига себе. Да, колеса стали повыше. Получше. Так, вот у нас подъемчик. Да, колеса нужно еще больше. Да ё-моё, смотри, не могу. Давай-давай, тачка. Опа, спустились вниз. Нечаянно. Тут реально какие-то главари, зомбари. Какие-то эти самые. Йети, что ли, да? Давай-давай. О, кончился. Ускоритель кончится. Ну, колеса как-то странно себя ведут. Что-то они какие-то... Так, пробить, давай, пробивай. О, и закончилось топливо, ребятушки, у нас. Офигеть, ну карта интересная. Ну, что-то с колесами непонятно, что творится. Если будет возможность. Ну, давай купим пушку. Почему нет? Оружие. Давайте берем. О, нифига. Вот это оружие мы взяли, ребятушки. Сейчас будем стрелять. Ух ты, там ракеты прям нарисованы, какие-то мощные. Оп-оп-оп-оп-оп, наверх, хорошо. Так, здесь. А-а-а, не хватило немножко нам наверх пойти. Ну ладно. Будем здесь мочить. Таким нашим автомобильчиком. С пушкой. На колеса. Давайте мы, ребятушки, накопим денежки. Да все-таки колесики-то купим. Машинки-то наши. Максимальные сразу. Чтобы уже ехать было удобнее. Да, вот это монстр трак. Офигеть. Ага, дальше смотрим, сколько нам... 1100. Угу. 1100. А, мы проехали, что ли? Что-то я не заметил. Мы этап проехали? Ну, давайте возьмем сразу новые тогда колесики. О, а те были интереснее. А, ну можно еще прокачать, да? Ладно, поехали. Эти колеса, конечно, красивые, но у тебя были красивее там с черепушкой. Вот. Так, да, действительно, мы это проехали. Что-то я даже... Я что-то даже и не заметил. Мы проехали-то этап этот. Ладно. Так, а здесь посложнее, смотри. Подъемчики. Ну, вот эти гейзеры, они помогают подняться наверх. Ох, нифига, смотри. Какой-то этот... Был динозавр, что ли? Может, здесь реально динозавры будут? Офигеть. А, давай, тачечка, пожалуйста. А, кончилось топливо. Угу. Кончилось топливо. Надо будет купить нам топливо. А, смотрим, что мы можем приобрести на сегодняшний момент. Давайте утяжелитель возьмем, чтобы все пробивать. И возьмем, купим трансмиссию, чтобы максимально можно было двигаться. Поехали. И будем копить на колеса. Да. Так, друзья, я просил лайк ставить или нет, я уже забыл. Поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы было на этом ролике хотя бы 10 тысяч лайков. Опа! Это будет круто. 10 тысяч лайков, да? Давай, машинка. О! Всех, смотри, нифига там пушка стоит мощная, да? Всех разносит. Этих гадов. Мертверцов вот этих всех. Это мертверцы, ребята, бегают. Зомбарики. Но если не считать йети, которые вот ходят. Они тоже как бы считаются. Типа зомби, но на самом деле это не зомби. Так, на колеса у нас не хватает. Поэтому пока колеса покупать не будем. Отправляемся дальше. Будем копить на колесики. Мощные, самые большие колеса, чтобы были. У этого грузовика. Вот такой вот грузовик. Огромный. Так, давай. А, вот, проехали. Давай, вот. Хорошо, сверху будем ехать. А, гейзер, значит, где-то есть. Опа, очки.
наверх поднялись. Да, они, смотри, кубики льда, это типа вместо коробочек вот этих обычных. Они решили использовать кубики льда. Ну, красиво смотрится. И очень красиво анимированно смотрятся взрывы бочек. Давай, еще. Да, о, бензинчики еще есть, в принципе, давайте, поехали. Сейчас будет вам взрыв здесь, зомбарики. О, еще чуть-чуть, давай. А, все, бензин-то закончился. Шипит так, шипит прям. 1000 монет мы заработали. И мы можем приобрести колеса, действительно. И можем купить еще... двигатель. Ну, это будем в следующей серии, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте заходить почаще на канал Duda Play, ребятушки. Всем пока-пока.